каждый день нам приходится ездить утром туда, а вечером уже обратно. Дорога занимает порядка 25 минут. Но это не напрягает, очень весело. Да, пролетает незаметно. Есть бар, место отдыха. Закрытые, открытые кабинки. И это очень интересно. Еще и бесплатно, к тому же. Вот, по левому борту увидим статую свободы, но она далеко. Когда едешь в ту сторону, оттуда будет ближе. Вот, а сегодня еще и плохая видимость. Но так можно разглядеть с одной стороны Манхэттен справа и Нью-Джерси слева. На самом деле очень мощное чувство, когда на тебя плывет Манхэттен. Вот такая архитектура небес тут такая. Вот. Это место, где стояли торговые центры, которые были разрушены, к сожалению, 11 сентября. И вот на его месте такой памятник с водой, с именами всех погибшихся. Вот. А на заднем, в дальней части строится, построился новый небоскреб. И вот сзади тоже такие небольшие. А это вот то место, место скорби, место трагедии, где все это произошло много лет назад. Это белки. Это белки в церкви святого Павла. Это церковь, это могилы первых поселенцев, которые приехали и высадились на берег Америки. Вот, и отсюда вот стало происходить, стало основываться, расселяться Америка. Это сама церковь. А сзади вот там Бродвей. Тот самый Бродвей. И белки, говорят, они очень наглые. Ай, не знаю. Вроде как и хочется что-то снимать, а вроде как всего так много. Вот церковь с лицевой части. Вот эти всякие трейд-центры. Америка существует. Все как в фильмах. Все как в фильмах. Мы уже много раз видели. Это не раз, вернее, в кино. А здесь вот так ходишь и все это. Ага. Чувак играет на улице, а весь автобус танцует. Здесь бывают какие-то, это знаменитый Карнеги Холл. Я, конечно, думал, что он выглядит как-то по-другому, да. Так ли я представлял себе Америку? Ну, наверное, скорее да, чем нет. Хотя, вот Карнеги Холл вот такой. Окей. Можно, да? Ну, Петросян тут разошелся. А он череп, да, или что, или нет? Блин, пипец, конечно, дом вообще. Че, Куртмовый? Что пипец, блин? А надо бежать, сори. Бродвей ждет. Забавные мужички ездят, блин. Ездят в этом самом. В автобусе и что-то поют еще. Пипец. Вот и началось. Мы находимся в Центральном парке Нью-Йорка. Естественно, для нашего рода человека он знаменит одной вещью. Куда мы, в общем-то, и направляемся. До него где-то километр чуть больше, и
мы идем в ту сторону. Я уже накаталась. Три круга, я думаю, достаточно. Да. Пойдем дальше. Ох, я не знаю, как и что говорить. Но это вот именно та самая Дакота. Самая Дакота. Где много лет назад все и произошло. Конечно, очень реально одолеваю чувства, хотя и не знал этого человека, и это не твой даже родственник, и не близкий, но как-то все это. Ох. Это Дакота, и сразу идет сразу территория Strawberry Fields. Территория I sat on the wreck, biding my time, drinking the wine. Вот это круто. А? Ну, можно. Викс пришел. Это пипец. А это битломанка, которая была на 70 с лишним концертов и на 6 стадиум. Oh my goodness! See you guys! Oh my goodness! Мы познакомились. This is wonderful! You have beach? You got your pants too? Yes. Yes. How did you do that? Yes. Rick? You saw Rick on Rick is here, yes. Она видела Битлз живых. Вместе. Самый главный битломан Америки. Okay. Are you live? Yes, yes. Oh, wonderful. My friends from Russia came in. I can't believe it. It's just wonderful. My friends from Georgia came over. That's so special to have visitors from other countries. I hope you're getting the hospitality that we get when we visit your country. Thank you, God. Welcome. Thanks for the goodies, too. Okay. Да, очень клевая часть центрального парка. Здесь люди катаются на всевозможных лодочках. Люди сидят, отдыхают, валяются на траве, едят. В общем, отдыхают. Температура, конечно, очень, очень комфортная. Это угол 77 и... 5-я авеню. И 5-й, да. Вот это центральный парк. А я, значит, иду. А я, как я иду? Я вот так иду себе, фигачу, уставший билет. И в районе того вдруг ящика мусорного... Вижу чувака. Почта России. Почта России, да, вижу чувака. И на минуту я его узнаю. А у меня с картинкой-то не сходится. Я чувака я всегда вижу на обложках в журнале. А вот он идет. И вот там вот в середине мы вдруг сталкиваемся лбами. И я, естественно, сразу оббегаю назад и кричу: help me please, надо что-то делать. Идет Роджер. И сам Роджер идет вот прямо вот здесь. А дальше, да, это... Видео произошло. Плохое, но... Вы видели? Не важно, не важно. А как может быть хороший? Я просто... Go.
come to Russia. Thank you so much. See you. Там на конце небоскреба какая-то какой-то дворец. Очень крутой. Да. И там Нью-Джерси. Ага. Все, конечно, очень необычно. Вот так вот. Ты якобы в этом парке. Тут дома, а здесь люди просто выходят. И вот так вот сидят и что-то едят, прогуливают детей. Релаксируют. Релаксируют, да. Кафешки? А внизу, внизу, да, просто. Просто течет жизнь Samsung. И там вот тоже, наверное, люди. Забавно. Мы к такому не привыкшие. Пока. Очень-очень прикольно. Не Фредди Меркьюри, но очень круто. Еще немножко Дакоты, и вот окошко. Вид с этих окон можно наблюдать на обложке Йоко Оно 82 года. Вот так выглядит, и тут, а тут вот сразу это со стороны парка центрального, такого, заросший такой парк, вот туда в сторону, это дорожка в сторону Imagine круга. Такая канатная дорога здесь тоже используется как общественный транспорт, и можно купить карту, например, на неделю, которая, с которой можно ездить и в метро, и в общественном транспорте любом, в том числе она распространяется и на вот эту канатку, которая идет через реку. А, кстати, эта канатка и эти черные небоскребы знаменитые тем, что здесь снимался Человек-паук. Битва в фильме Человек-паук снималась. А, да, Человек-паук. Вот здесь, конечно. Тут, видимо, залипал на стену. Нет, они здесь стрелялись паутиной. Вот, так что. Ну, высота такая, да, не очень приятная.
А вон там ездят велосипедисты. Велосипедисты с ними ездят. И тут же вот спустились буквально к реке. И вот так называемый паром. Но он несется так очень быстро. И он отсюда, с района Квинс, едет в сторону даунтауна, куда мы обычно приезжаем. Вот. А район Квинс знаменит тем, что это остров небольшой. Здесь были клиники, клиника для душевнобольных. И была тюрьма, в которой молодая Билли Холлидей сидела в свое время в этой тюрьме за проституцию. Вот, ну и... А вот Эмпайр. А вот, вот Король Конг лез туда. А люди переходят после работы. Ну, ну, вон туда. Вот, а нам туда. Это клерки закончили. Закончили. Осторожно. Работа. Идем. Там скверу. Здесь все в огнях. Именно так. Так как. В народе, смотри. А, в огнях, в народе, как это представляется Нью-Йорк. Все горит, все сверкает. Все дышит, все в рекламе. Все куда-то бегут. Это именно. Да. Да. И люди, приезжающие из Воронежа, говорят, что вот пипец, что у вас в Москве творится. Ага. Ты понимаешь, что, что это спальный район, да. И люди, которые срываются в 5 часов с работы и несутся по Бродвею на перекрестке, кажется, что они хотят тебя снести, затоптать. И глаза вырвать. Да, и все сделать, да, все сделать, что можно. А вот Legendary Cafe, да, это... Нью-Йоркское Хард-Рок Кафе. Это все как в фильмах. А, здесь еще какая-то фигня, блин. Let's go. Вместо часов здесь показывают прямые камеры из разных городов, городов мира. И вот все, что сейчас творится в Лондоне. И очень... Вообще никого нету. Кто-то, кто-то, да. Пожалуйста. А здесь... И вот в Америке. Нью-Йорк. Вот она. Обязательно говорить, кто дергал за эти струны и когда. Ой, на Бангладеш это было, гитара. Здесь написано. Я не знаю, как это все это снимать. Как все, вот это Paramount, где выступал в свое время Элвис. А здесь вот такие все в рекламе, все. Сколько света. Отсюда же начинается отсчет Нового года, да, именно? Опускается, говорит, шар. Наверное, вон оттуда, я так понимаю, потому что там сейчас написано 2017. Короче. Короче, вот. Вот как-то так. Вот тут даже. Даже персонажи всякие. Ходят. О, космос. Голенький. А? Голенький.
Окей, Нью-Йорк. Вот тебе и... Прикольно. Сейчас отступление. Небольшое. О, Бэтмены. Конечно, Бэтмены. А, это она зазывает сфоткаться с ней, Катя. Чуваки что-то отплясали. Насчет потрогать не знаю, но сфоткаться, привезти домой. Красивую фотографию. Вообще не знаю. Потому что Москва провинциальный город. Да, после... Тихий. Спальный. Спальный. Спальная Тверская. Да. Дисней. Идя высоко наверх, на север по Бродвею, вот можно дойти до такого козырька. Козырек – это театр. Театр Эда Селливана. Именно где это все происходило. И вот где, вот на этом козырьке, несколько лет назад, Пол Маккартни со своей группой дал бесплатный такой мини-концерт. Вот именно здесь. В этом месте. Девушка, поедем домой, а? Рано еще. Ночная жизнь. Дом сколько... закрыт. А дома у нас все, знаешь, сколько времени уже? 6 утра, наверное. А сколько? Вот так выглядит Нью-Йоркское метро. Естественно, абсолютно не сравнить с нашим московским, которое круче и красивее во многом раз. Вот. Но очень-очень большое, довольно сложное в разборе первое время, так сказать. Но потом уже, в принципе, и очень скромное. Очень скромное. На небоскреб Нью-Йорка и смотрим историю, как это все происходило, как строился город. Пипец, он на уши закладывает. Welcome to One World Observatory. Это 102 этаж. Thank you. And now, we invite you to enter One World Observatory through the doors on your right, where a spectacular 360-degree view of the city awaits directly below you. Да, это прям такое шоу, ну что, друзья, вот мы находимся на одной из самое высокое здание в Нью-Йорке, как минимум, и на этом, говорит, побережье. И отсюда, конечно, такой шикарнейший вид, и все небоскребы вот где-то там. Вот знаменитая женщина. Да, вот она находится вот так вот. Ну круто, круто. Лифт, конечно, суперскоростной, поднимающий на 102 этажа за одну минуту. О, в общем, мне нравится. Так, ну стоять тут, конечно, не очень приятно. Потому что вот так вот все это дело уходит туда.
это вот в Нью-Джерси. Да, на самом деле очень-очень реально красиво, очень познавательно и интересно. И ты понимаешь, как здесь быть муравьем, который целый день здесь ходит и ищет какой-то виниловый магазин в этих реальных джунглях. Вот там вот знаменитый шпиль Empire State Building, на котором стоял король Конг, мой один из моих любимых персонажей, да. И все вот вокруг мосты. В общем, здорово. Даже несмотря на то, что билетик стоит сюда не очень дешево, мягко выражаясь, на двоих это почти 80 баксов. За двоих, да. Он слегка похож на сталинскую. Сталинская высотка, да-да-да. И там вот, там тыкаются машины. И там вот, специально перекрестки двоих все происходит. Thank you for visiting One World Observatory. Это надо было, блядь, извиняюсь, только ехать, чтобы приехать, чтобы... А вот куда вкус детства, оказывается. Вот детство взялось. Нормальная еда, с мясом, с корицей, все отлично. Да. Продукты черные. Да. А, семейные продукты. Не знаю, ну что-то я бы не хотел бы тут жить. Ну тебя не зовут. Ну не зовут, блядь. Да. А, тут вообще какой-то. Выжидала. Да, это район, как можно понять, Чайнатаун, начинает в Нью-Йорке. И тут пипец песенки, блин. Такие, что тебя может вывернуть. Дукая лучше своей дорогой.